Ну что ж, всем доброго времени суток, дамы и господа, рада видеть. Привет, Мэла, вижу инкогнито в чате. Привет, Вить, спасибо тебе огромнейшее. Ты переименовалась в Граната, но я путем своих измышлений умственных догадалась, что это ты. Это было сложно, невероятно, но я смогла догадаться. Ой, ну сегодня у нас крутая игра, блин, я пока что получаю удовольствие от ее прохождения. На прошлом стриме мы с вами в нее тоже играли, это Якудза Like a Dragon. Так, глядишь, и мне вся серия игр зайдет. Ну, пока что я не знаю, когда будем, наверное, летом все-таки будем остальные части проходить, когда у меня времени побольше будет. Вот, сегодня я без вебки, потому что после работы что-то как-то подустала. Но очень хотелось поиграть, узнать, что там дальше будет. Я не знаю, мне стоит читать субтитры или не стоит. Хз, как лучше сделать? Читать субтитры или нет? Ну, попробую, короче, потом вы мне скажете свое мнение по этому поводу. Просто без... я же все равно без вебки. Читать хорошо. Остановились мы в клубе. Оказалось, что тянка, с которой встречается наш господин, она сучильда еще та, и встречается с ним ради бабок. Как бы, ничего нового. Женщины, ребят. Как дела? Как настроение? Как жизнь пожелаю. Так, пришли. Я ждал тебя, Аники. Идем в офис? Ну, пойдем. Да, идем. Как жить в Северной Корее? Вы разобрались с торговцем порнографии? Аники проучил его как следует. А он больше не посмеет втюхивать свой товар без нашего разрешения. Ну, и сколько вы с него стрясли?
тут такое дело. Деньги я вернул обратно тем пацанам, а их все же все-таки обманули. Ясно. А тот долг, который мы выкупили, все прошло как по маслу. Забрали у него кошелек. Вот он, как вы и просили. Не слишком я ору. Здесь вся сумма. С процентами. Что ж, отличная работа. Ты это ожидал от меня слышать? Это бандерольная лента из банка молодого господина. Ити, куда ты ходил с молодым господином? Ичи вообще. Просто по магазинам. Он сам дал мне эти деньги. Он дал их тебе. Или ты их выпросил, надонатил. Если не умеешь собирать долги, это еще не значит, что можешь попрошайничать. Ничего я не просил, мне бы гордость не позволила. Какая еще к херам гордость, если ты семье не можешь помочь? Что ты на меня так смотришь? Не можешь показать, что тебе больно? Не хочешь показать? Тогда можно и по-плохому. Если хочешь быть якудза, надо уметь нести ответственность. Эй! Несите нож. Балдёж. Сейчас будем суши делать. Давай. Что такое? Не знаешь, что должен делать настоящий якудза? Что ж, я тебе покажу. Если повезет, нож пройдет между суставами, и рана будет ровной, но такое бывает редко. Бля, повезло. С возвращением! Эй, Ичи, пойдем со мной. Слушаюсь. Босс, вы меня спасли. Может, ты хоть попытаешься наладить отношения с Дё? А как? Он меня терпеть не может. Я денег ему слишком мало приношу. А ты посмотри на это его глазами. На нем большая ответственность, он управляет финансами. Понимаю, но... Просто взгляды у нас совсем разные. Для меня важны не только деньги, сколько честь, понимаете? Разный взгляд на вещи — это нормально. В этом вся сила отряда Аракава. Отряда? Вспомни игры, в которые ты раньше играл. Здесь все так же. У каждого своя уникальная способность. Как-то... Кто-то, как ты, рвется вперед и не думает о последствиях. Кто-то прикрывает нас с тыла, как Митсу, а кто-то, как Савасиру, умеет щелкать кнутом. Так семья и живет. И правда. А получается, король? Привет. Король? Вы же мне не подданные. Скорее, семья, а сыновья. Привет, Лонли, рад тебя видеть. Кстати, ты же сегодня приглядывал за Масато? Да. Прости, что так часто прошу твоей помощи в личном вопросе.
Он в порядке? Да. Рад слышать. Что ты часто не берет трубку. Кумиджа. В семье я, может, и король, а дома просто отец. Ну что, Ичибан? Сегодня у нас последний ужин в 20 веке. Сегодня такая ночь, когда люди целуются на улицах без стеснения. Ты-то как девчонку не нашел себе? Нет, что-то они от меня разбегаются. Да ты пасуешь перед трудностями. Вам легко говорить. У вас-то небось не было отбоя от женщин, Ичи. Ты меня оскорбляешь. Да нет, я... Почему не было? Женщины меня и сейчас любят. Ха. Не было. А если серьезно, раз мы говорили о семейных делах, не было никогда, ты чё, Лунли? Я всегда любил только одну женщину. Мать Масата. Я никогда тебе о ней не рассказывал? Не знаю. Я знаю только, что она умерла. Это было 24 года назад. В канун Нового года. Я тогда был мелкой сошкой в семье Хикава. Но несмотря на это, глава семьи предложил мне жениться на его дочери. И она стала матерью молодого господина? Не спеши. По-настоящему я любил совсем другую женщину. Ее звали Акана. Что? Ну, тогда... Я наивно думала, что если не стану ухаживать за дочкой Хикавы, она не захочет за меня выходить. А с Аканой мы встречались тайком. Потом... В один прекрасный день она призналась, что беременна. У меня больше не осталось сомнений. Я понял, что нужно делать. Бежать. Ой. Вот только никак не мог выбрать нужный момент, чтобы рассказать боссу об Акане и ребенке. Когда наконец собрался с духом, Акана уже была на сносях. И вот я упал перед боссом на колени и признался, что у меня уже есть любимая. Вряд ли он спокойно это воспринял. Его подручные сбили меня до полусмерти. В новогоднюю ночь я едва мог пошевелиться. Мой босс... В общем, он дал приказ убить Акана и нашего ребенка. На сносях, да? Что? Ну это же безумие. Ну, типа, когда уже роды вот-вот. Да. Я не верил своим ушам. Но он говорил вполне серьезно. Та семья была хорошо известна своим умением прятать тела убитых. Мы с Аканой навлекли позор на главу семьи, а значит, были обречены. До сих пор не понимаю, как ушел живым. Удирал со всех ног. Так сильно был избит, они, наверное, думали, что далеко не убегу. Акана тогда уже была в больнице, в родильном отделении. Я позвонил ей и велел бежать оттуда сразу же, как только она сможет, но в эти минуты якудзы уже ехали в больницу. А потом... Я попросил ее встретиться со мной в кафе. Мы думали уехать из города. В кафе Альпы? Да. Я ждал. Ждал очень долго, но она так и не пришла. И когда я уже потерял надежду, мне позвонили. Акана? Да. Где ты была? Я уж подумал, случилось худшее. Ребенок. Он родился. Я родился. Из стримов-то. Наш малыш. Нет, не оф, если что. Но они уже близко.
Думаю, мне придется бежать. Где ты? Я приеду сейчас же. Да нет, нет. В смысле упал? Чего? У Вити опять какие-то неполадки, что ли? Мэл отвечает как бот, Лонли вообще пропал. Вить, у тебя все нормально? Заработала, я просто типа держу на паузе, чтобы... Алло, прием. Все работает у всех? Я могу продолжать? Нет, все понятно. Ты сможешь... На станции Синдзюку. Возле камеры хранения. Хорошо. Оставайся там и постарайся смешаться с толпой. Масуми, я не могу. Что, если они найдут меня? Акане. Они ищут женщину с ребенком. Спрячь ребенка в шкафчик камеры хранения и уходи потихоньку. Оставить ребенка в шкафчике? Ты с ума сошел? Ну, понимаю, Мэл тебя поймет. Не волнуйся, я заберу его, как только смогу. Как только будешь в безопасности, позвони управляющему кафе Альпы и скажи ему, где ты. Скорее! Клади ребенка в шкафчик. Ладно. Позаботься о нем. Акане. Эй, смотрите, вон она, бегом за ней. Эй, Акане, куда она делась? Найдите ее, быстро. Черт. Блин, какая же хорошая игра. Тут практически не надо играть. Просто читаю кинцо, смотрим с вами японское. Легитимно причем. Такие игры по мне, ребят. Моя любимая серия будет игр. Акана. Доставь, забей, оно тебе не надо, чел. Ребенок. Ля, чел. Не надо, держись! Я скоро! Что там происходит? Парень спятил. Проклятие! Открывайся! Открывайся же! Может вызвать полицию? Все, минус ребенок, так он стал инвалидом. Я поняла. F. Press F. Это мой ребенок. Не очень живой, походу. Эй, ты жив? Держись. Чего-то не похоже на то, что он жив. Пропустите! Я забрал нашего ребенка и помчался в больницу. Врач, принявший Масата, сказал, что переохлаждение вызвало необратимые процессы.
Так вот почему наш молодой господин той ночью было очень холодно. Как мне объяснили, если бы я добрался до него хоть на 5 минут раньше, с ним было бы все в порядке. Но ведь вы в этом не виноваты. Я хочу сказать, у вас ведь не было выбора. Прости, что обременяю тебя заботой о Масато. Я никогда не считал его бременем. Я больше никогда не видел Аканы. Она побежала в знакомый бар, но они тоже его знали. Люди семьи Хикава увезли ее. И убили. Пока я нес Масато в больницу. А потом глава семьи Хикава и его подручные. В общем, они перестали существовать. Панима. Постойте, неужто это вы? А нет, забудьте мой вопрос. Заболтала я тебя, прости. Я это все к тому, что ты должен знать одну вещь. Пусть не по крови, а по клятве, но ты тоже мне сын. Ух, господин, вы... Ладно, хватит с тебя безнадёги и мрачных историй. Пойдём-ка поедим. Умираю с голоду. Да... Раз уж ты нарек меня королем, как насчет королевы китайской кухни? А кто у них там королева? Наверное, гёдзу? Нет, утка по-пекински. Утка по-пекински? Уток вообще едят? Да. Утку целиком запекать в духовке, чтобы была румяная, но не подгорела. Сначала нужно съесть хрустящую кожицу. Ты снимаешь, заворачиваешь в ароматную лепешку. Окунаешь в остро-сладкий соус и наслаждаешься. Так и тает во рту. Очень вкусно, наверное. Теперь мы знаем, как есть китайская гуся. В старину в Китае ее готовили только при императорском дворе. Значит, это и правда королева китайской кухни. Правда. Пойдем поищем, где в Каморо Ктё готовят утку по-пекински. Да, где-нибудь точно готовят. Блин, захотелось утку по-пекински попробовать. Не каждый день ел утку по-пекински. Чё, наконец-то дают играть, ребят. Наконец-то геймплей, найти утку по-пекински. Гоу. Ля, он... типа он девку сбил, походу. Осуждаю его. А я чел сбил, все. Цей якудза. Ограничители стоят. Тут, сука. Шо, чё так дорого? Какие-то 200 чего? Серьезно? Эй, вы работаете? Нам нужна утка по-пекински! Не надо, Ичибан. Уже почти полночь, сотрудники разошлись по домам.
Но я так хотел попробовать. Я тебе еще свожу, обещаю. Спасибо, господин. Утка по-пекински нас еще дождется. Четкие очки. Стильно, модно, молодежно. С Новым годом! Чего? Чего так дорого? Ичибан, чему я тебя учил? Ой, простите. Не смейся на улице, якудза смеется лишь в двух случаях. Когда он с семьей или когда все хреново. Я помню. Да. Репутация якудза, это все. Да, господин. Раз уж сутка по-пекински сегодня не вышла, как насчет Одена? Я только за. Да пипец, что так дорого-то? Что с тобой, Ичи? Боишься в штанишки наложить? Заткнись. Ичи, ты ведь помогаешь домашним? Ну, было дело когда-то. Другого дома, где ты вырос, у тебя уже не будет. Удивительно, что я вообще тут оказался. И все же дом есть дом. Радуйся, что еще можешь сюда вернуться. Да, жизы. Пришлось бы деньги отдать все. И штаны тоже. 23 года назад, 1 января, я с воплем появился на свет в этом банном салоне. Моя мать работала в банном салоне и исчезла вскоре после моего рождения. Мне уже потом отец рассказывал. Ну, то есть, не родной мой отец, просто он меня вырастил. Он был владельцем салона. О настоящем моем отце мы не говорили. Наверное, это был кто-то из посетителей. Эй, кто-нибудь, присмотрите за Ичибаном. Иди ко мне, Ичибан. Понимаю. Эй, сейчас моя очередь. Понимаю. Нормально в окружении вырос. Меня растили жители этого города. Понимаю. Блин, ребят, сейчас опять всех вирус. Вирус не дремлет. И не говори, Мэлла, и не говори, слух, 35 минут терпела, жесть. Тех, кто меня вырастил, принято считать отбросами общества. Надо думать, и меня тоже. Вовсе нет, вы же пример для подражания, вы как бог. Сначала король, теперь уже бог. Лё. Аракава
Да, я встретила Аракава-сан, когда закончил среднюю школу. Когда моего приемного отца не стало, я бросил школу и стал просто шататься по улицам. Лез в драку со всеми, кто казался легкой добычей. Но любого безнадежного тупица рано или поздно настигает карма. Я вот напал на парня, который оказался якудза. Меня тащили в стрёмный притон и очень долго избивали. Я думал, мне конец, и в последней отчаянной попытке выжить выкрикнул одно имя. Семья Аракава. Семья Аракава. Если вы меня убьете, то ответите перед ними. В то время люди семьи Аракава были известны как наемные убийцы. О них слышал даже я, хотя не имел никакого представления о якудза. Я надеялся, что это имя напугает их, и они не станут меня убивать. Значит, ты из семьи Аракава? Вот тут-то мой план мне и аукнулся. Да еще как. Оказалось, эти парни как раз враждовали с семьей Аракава из-за сфер влияния. Ваш недоносок избил нашего брата чуть ли не до смерти. Говорит, его зовут Ичибан Касуга, он сейчас у нас. Если хотите получить его назад, передайте самому Аракаве, пусть приходит за ним лично. Я никогда в жизни не встречался с Аракавой. Зачем ему было спасать какого-то пацана, которого он не знал? Может, просто замочим его, Аники? Аракава все равно не явится за этим тупым пацаном. Значит, Аракава убийца, даже своих бросает на произвол судьбы. Был бы рофильно, если бы он пришел уже после того, как его убили. Просить, что опоздал. Вы, мудачо, всегда так обращаетесь с детьми. Это и есть тот сопляк, которого вы поймали. Аракава-сан. Этот мелкий говнюк чуть не искалечил одного из наших. Придется за это ответить. Разумеется. Палец подойдет? Меняй палец на мальчишку. Справедливо? Дай-ка сюда. Лёск. Лёск. Пошли, сопляк. Это жестко. Да, это жестко. Мальчик за пальчик. Постойте. Вы спасли мне жизнь. Спасибо. Оставь себе свое чертово спасибо. Я не ради тебя палец отрубил. Я якудза. Репутация для нас важнее всего. Мое лицо, мое имя. Важно только это. Как ты думаешь, что было бы, если бы я поклонился и попросил их тебя отпустить? Расплачиваться за это пришлось бы всей моей семье Аракава. Если якудза проявит слабость, ему конец. В подобной ситуации нельзя было поступить иначе. Но ведь вы могли сказать им, что не знаете меня. Почему не сказали? В самом деле, почему? Может, мне и хотелось произвести впечатление на тупого недомерка, который знает мое имя. В ту минуту я понял, какой должна быть моя дальнейшая жизнь. И она была тесно связана с ним, с чуваком с развивающимся плащом.
С возвращением, патриарх! Опять ты? Леск. Сколько раз тебе повторять? Шпане среди нас не место. Не обращай внимания, Дзю. Мне все было нипочем, я стоял и ждал, когда мне выпадет шанс принести ему клятву верности. Под дождем. Под палящим солнцем. С возвращением, патриарх! Кто это? Ты его знаешь? Да, вперед, Масата. Не жди меня. В жизни Кузо мало хорошего, парень. Ты только расстроишь родителей и больше ничего. У меня нет родителей. Меня вырастил приемный отец, но в прошлом году он умер. Понимаю. Идем. Слушаюсь. Это произошло на 100-й день после нашей встречи. Но сейчас бы 100 дней ждать под дождем, под всем вот этим вот кайф. Тупо кайф. Какой же все-таки вкусный тамаден. Спасибо, босс, от души. Жизнь, истинная любовь. К боссу. Блин, хочу себе такие очки, не важно, что написано 2001. О, уже полночь. Эй, прекрати! Ты же не собиралась провести новогоднюю ночь одна, а? Не трогай меня! Да хорош ломаться, повеселимся вместе! Иногда порядок приходится наводить отребью вроде нас. Все, пошли. Эй, 20 век вот-вот закончится, вы же не хотите въехать в новое тысячелетие на инвалидных колясках? Ой. Уматывайте, не по старику, не то старику придется преподать вам урок. Не осуждай на всякий случай. А, чё ты сказал? Я не твое собачье дело. Суки, вы кто вообще такие? Мы семья Аракава из клана Тодзио, и теперь отвалите от нее, от лукашня. Идите домой, слушайте бой часов, как нормальные люди. Чё, ты типа якудза, да? Глянь, точно якудза. Завивка, все дела. Точняк, вырядился как в киношках про мафию. Или это косплей такой? Слышь, ты говно, думаешь смеяться над нами? Босс, я разберусь. Давненько я не видел, как ты дерешься. Надеюсь, ты стал покрепче. Сейчас позабавимся. Погнали. Лёс. Как работаем? Лёс, сука, отлетаешь. Уличная шпана терпит поражение, чай. Так, навыки. Крепкий удар, кулак. Со самбо. Блядь, что это было? Уличная шпана аж скачет как ненормально. Что? Полутали бабки, кайф. Чё это за тип? Просто монстр какой-то. Это я, это Катюха, знакомься. Катюха F. Мисс, вы в порядке? Не трогайте меня! Эй, хоть боссу скажи, Якудза. Не надо, помни. Мои Якудза. Оставь ее, Ичи.
Ладно. Ну что ж. Увидимся завтра. Точнее сказать, жду тебя в офисе в следующем году. Точно. Хорошо вам отпраздновать, босс. И тебе. Как же он крут. Вот теперь можно и нахерачиться. Пайма. Бля, пипец, у нее там был на телефоне в брелков. 5, 4, 3, 2, 1. С Новым годом. Не переживайте, ребят, через 19 лет вас ждет жопа. И всех нас. Ну, то есть 2020. Оптимистка. Ну это же реально был 20-й год, был отстойный. Да и 21-й, ну такой прохладный пока что. Эй, просыпайся. Эй, ты. Братик вообще, он говорит. Черт, я вырубился. Не лучшее место ты выбрал для ночлега. Документы есть? Документы? Ну да, права, например. Ночью тут было совершено убийство. Твою мать. А где мой бумажник? Теперь понятно, почему не стоило здесь засыпать, а? Если хочешь написать заявление, сходи в участок. Нам сейчас не до этого. С Новым годом, босс! Извини, что так рано, Ичи. Да ничего страшного, я уже встал. Ты можешь зайти в офис? Конечно. К святилищу пойдем? Нет. Просто приходи в офис. И постарайся не привлекать внимания. Хорошо? Скоро буду. Ну, пошли. Че? Как же он бегает, вот спать. Праздник, а на улице столько полиции. Вроде тот коп говорил о каком-то преступлении. Аракал-сан велел не привлекать мое внимание. Лучше идти по этой дороге. Окей. Блин. Я еще не привлекаю внимания сейчас. А, ну что, ты из какой семьи? А? Из семьи Аракао, приятель. А ты район не попутал, мудила? Че? Ты сам-то че за хер? Я из семьи Сакаки, дебил. Поехали. Носок. Бля, меня сейчас не всегда надают. Зажали меня еще в углу. Васок. Бля, чел. Подождите. Носок. Все терпит поражение. Фига, я смогла, научился уклоняться в этой игре. По чем? Сосай. Это клан не Сакаки, это Сасаки. Один остался. Вот
все. Блин, я забыла, что можно уклониться, что-то я туплю. Ты об этом пожалеешь. Что это вообще было? Видно, семья Аракава и семья Сакаки опять что-то не поделили. Ой, мне же в офис скорее надо. Ну вот и в офис, соответственно. Не думаешь, они просто так вот тусили, знаешь? Это я, Чибан. Босс? Доброе утро. А, Ичи, садись. Есть. Десять уже? Ладно. Блин, ну, кстати, этот глава семьи Аракава очень похож на моего препода по УБЖ в школе. Помните, я вам рассказывал этот хай, который... Эдуард Дмитриевич, что с вами стало? Ты знаешь семью Сакаки? Кстати, самое забавное, что он потом реально уехал, ну, вроде, по-моему, в Краснодар, кто знает, может, он реально в Японию уехал, стал якудза. У меня прям был Замона. Это те, с которым мы на ножах? Да. Все началось с того, что до нас дошли слухи, будто они связаны с Оми. Оми? Из Кансая? Да. Майор Омона, жесть. Альянс Оми контролирует весь Кансай. Клан Тодзи соперничает с ними уже много лет. И семья Сакаки с ними заодно? Семья Сакаки не настолько глупа, чтобы открыто совершить измену. Но они продают Оми секретные сведения ради легкой наживы. Я обвинил их в этом на встрече, но глава семьи Сакаки притворился, что ничего не знает. Подлый ублюдок. Словом, теперь они считают нас врагами. Однако у них до сих пор есть право голоса в совете клана Тодзи. Я старался быть осторожным, не хотел доставлять семье неприятности, но... Что произошло? 2 часа назад мне позвонил Дзё. Он... застрелил человека из семьи Сакаки. Что? По его словам, они случайно встретились на улице. Оба были одни. Встреча быстро перешла в драку. Слово за слово, и Дзё выхватил пистолет. К счастью, их никто не видел. Однако полиция уже нашла тело. Скоро они явятся к нам, это лишь вопрос времени. Наш капитан убил человека выше нас по рангу. Клан Тодзи сочтет это мятежом. Если такое случится, нас изгонят из клана, и наша семья исчезнет без следа. Посос получается. Да, кибербунт. Я не могу допустить, чтобы Дзё арестовали. Ищи, ты согласишься взять его на вину себя? Ну зато я могу посадить тебя. Босс, о чем разговор? Это я должен вам кланяться. Я долго ждал такого случая. Шанс отплатить за то, что вы для меня сделали. Пусть меня упекут на 10, на 20 лет. Я пойду с радостью. Ура, на зону с радостью. Кайф. Ичи. Надо смотреть видос на ютубе, как входить в хату. Правильно там все дела. Ой.
Ветер в хату, вот это вот все. Да, наконец-то мыло будем с вами ронять. Сегодня твой день, Аники. А, Митсу, что стряслось? Аники, ты чё не врубаешься? Наступил Новый год, и сегодня твой день рождения. Поздравляю, короче. А, да, точно. Чувак, ты еще спишь, что ли? Сетилище, собираешься? Давай сходим в Камура, как в прошлом году. Я в этом году не в настроении, иди без меня. Что? Почему? Тут кое-что случилось. Капитан Савасира опять тебя припахал? Тип того. Новый год не успел начаться, а тебя уже оставляют вкалывать. Да. Якудза никогда не отдыхает, брат. Мы работаем 365 дней в году. Значит, ты весь день будешь занят? Сколько тебе лет? 20, а чё? Значит, через 10 лет тебе будет 30, а через 20 — 40. Ты о чём? Ты это... Бери от жизни все, ладно? Чё? Ты чё там заболел? Я позже тебе перезвоню. Лет через 20, дружище. Чё мне поесть напоследок? Пусть будет гудён. Гудон, точнее, гудён. Лечу пожрать гудона. Не знаю, я бы, наверное, мака обожралась. Ну так, знаете, в ситуэшне. Если бы вдруг посадили за что-нибудь. За мошенничество, например. Я бы пошла и наелась бы в маке. Напоследок, знаете. Двадцать лет, почти полжизни, да это жесть. Ну, у них типа есть такие загоны. С честью вот это вот все. В принципе, это похоже на якудза. Конечно, не все такие, но у них есть этот вот. В принципе, в японцев что-то есть. Не пусть в последний раз обедаю, как свободный человек. А, хрен с ним. Еще порцию. Конечно, секундочку. Новый заказ! Мне очень жаль, но из семьи тебя знали, ты нам чужой с прошлого месяца. Конечно, было. Что? Как узнали? Сожалею. При иных обстоятельствах я бы не дал тебя знать. Но речь идет об одной из главных семей клана Тодзио. Но ведь изгнание означает, что я не смогу вернуться. Не волнуйся. Я постараюсь убедить семью принять тебя назад еще до освобождения. Конечно, была я из Якудзы. Спасибо, господин. Это даже хорошо, к обычному человеку суд будет снисходительнее. Блин, типа выставляют, что типа обычный чел убил. Мне все равно, сколько мне лет дадут, я выдержу. Типа подставляют так все, что он типа просто левый чел взял и убил этого чела. Да, тупо козлом отпущения сделали. Блин, он еще и сядет за чела, который его всегда, типа, не очень к нему хорошо относился. Но он, типа, тупо долг хочет вернуть этому. Не стоит грустить, верно? Как по мне, гюдон кому хочешь настроение подымет. Да и тут скорее не за это даже, а типа, он считает, что он должен этому челу. Возвращайтесь поскорее. Типа, в теории его могли бы убить еще в детстве. Ну, в юности, когда вот он подрался с теми челами, а он его спас. Типа, он считает, что нужно оплатить. А, привет, приятель. Ну что, бумажник нашел? Если нет, можешь написать заявление о краже.
Ичибан Касуга признан виновным в убийстве. Приговор лишения свободы сроком на 15 лет. Кайф. Пипец. Все ради семьи, получил достижение. Поздравляю, ребят. Воды налью. Это в честь того, что на 15 лет нас посадили. Поздравляю еще. Кайф. Да, понимаю, что следующие 15 лет пройдут охрененно. Так, я тут. Блин. Как всегда, рукожоп на месте. Вы тут? Глава вторая. Кровавое воссоединение. Лето 2002 года, ну то есть через год. Еще через полгода, если быть точнее. Это тоже твои салага. Эй, ты что, не слышал? Я выполнил дневную норму. Можно выйти в уборную? Иди. Гачпас. Приятно проводить время в тюрьме. Я слыхал, ты был в клане Тодзио, это правда? Что, решил стать примерным мальчиком и выйти поскорее? Ты убийца, даже если будешь паинькой. Условно досрочно тебя ждет лет через 10. Так что не советую нарываться, ты тут с нами еще надолго. Глухонемого включил? Ты из какой семьи? Вопрос вроде несложный, а? Из семьи Аракава. Семья Аракава? Так это же недобитки сраные. Тьфу, я думала, как там серьезно гаст разнесло. Ну и ну. Что ты сейчас сказал? Что твоя семья говно.
Патриарха твоего когда-то звали Ракао-убийца. Да только нынче он всю хватку растерял. Смех тоже надо, можно переводить, спасибо. А тебе, значит, дерьмовая семейка бросила гнить тут. Ну и позор. Ах ты, сука. Убью. Давай, попробуй. Лес. Вот тут опасно. Вот же. Интересный туалет. Ой, какая вкусная булочка. Зачем ты полез в драку? Ты же держался больше года. Всех парней пришлось отправить в лазарет. Ты им все зубы выбил. Они оскорбили моего босса. Ты о своем патриархе, который тебя бросил здесь? Да. Точнее, ждет на свободе. Говорили, что он никто, а несли бред, что он уже не такой, как раньше. Патриарх уже не тот. Он наверняка расстроится, если узнает. Вот именно, у меня не было другого выхода. Не, я не об этом. Тебя срок продлили. Не знаю, что тебя заставило убить человека. Но будь я на твоем месте, я бы собрал яйца в кулак и терпел, если меня ждут. Не разочаровывай тех, кто в тебя верит. Эх, кайф. Еще плюс. Плюс времечко. 15 лет спустя. Так, это 16, да, получается? Это уже он 16 сидит, соответственно. Номер 1119, тебе письмо. Ля, они будут все бояться. Да, конечно, это ж японец. Похоже, от такой важной, какой-то важной шишки. Типичный японец. Это от Аракава-сан. Дорогой Ичибан, я говорил себе подождать, пока ты выйдешь на свободу. Но Рака сама потянулась писать. Даже за... Если бы тебе не продлили срок, мы бы сейчас уже вовсю праздновали. Мне очень больно, что тебя до сих пор нет. Без тебя здесь так одиноко. Я до сих пор пока еще слышу твой смех и оборачиваюсь, но тебя нет. Только отец знает, как пусто порой бывает в доме. Без своего ребенка отец никто. Так жена его... Ля, 2019 год, Ичибан Касугава выходит из тюрьмы. С нетерпением жду того дня, когда обернусь и увижу тебя. Да-да, я говорю, лучше-то не надо было уходить. По скриптам. Предлагаю отметить твое освобождение уткой по-пекински, которую мы тогда так и не попробовали. Босс, простите меня! Я не подумал о том, каково вам ждать моего возвращения. Какой же я идиот, заставил вас ждать 3 лишних года. То есть, 18 лет на 7. Мне очень, очень жаль. Вам долго пришлось меня ждать, но теперь Ичибан Касуга вернулся.
Блин, а там никого нет, походу. А? Что такое? Понимаю, понимаю, брат. Ну знаешь, законы против якудза становятся суровее с каждым годом. Не могут теперь ваши боссы так запросто подрулить к тюрьме на шикарной тачке. Он писал, что приедет. Времена меняются. Ну все, тебе пора. Верно. Спасибо за все. А ты, дубина, правда думал, что они без тебя тут с цветами будут ждать? Ты еще кто? А? Конечно, после 18 лет в тюрьме кто хочет расселяется. Но ждать босса, который тебя даже ни разу не навестил, что это ж надо было додуматься, Ичибан Касуга. Ты вообще кто такой? Оп. Полиция Канагава. Детектив? Был когда-то. Теперь в отделе транспорта бумажки перекладываю ожидания пенсии. Понимаю. И что ты здесь делаешь? Ты же вроде права выдаешь. А мне их типа продлить пора. Вот этот сервис для людей стараетесь. Не совсем. У меня к тебе дело. Это ведь ты тот бандит, который застрелил человека в последнюю ночь 20 века. Я по такому случаю даже взял отгул. Ты, дядь, не по адресу, я второй раз за решетку не собираюсь. Все так думают, когда из тюрьмы выходят, а свобода, говорят, пьянит. А, иди-ка ты. Ты ни хера обо мне не знаешь. Кажется, знает. Ты родился и вырос в Камуручо, Тё, в знаменитом банном салоне Шангрила. Владелец салона Зира Казака установил тебя и в проститутке тебя вырастили. Получается, знает. А дальше схема обычная. Бросил школу, воровал в магазинах и ресторанах, грабил народ на улицах, а в 16 лет присоединился к якудза. 8 лет был пешкой в семье Ракава клан Тодзи, а потом застрелил человека, который был в том же клане. 1 января 2001 года ты сдался полиции Камуры, и тебе дали 15 лет вот в этой самой тюрьме. Однако за плохое поведение добавили еще 3 года, и на свободу ты вышел не далее, как 3 минуты назад. Ну что, да, скажешь? Да ты, похоже, главный фанат. И теперь на водительских правах пишут биографию. Я просто подготовился. Ну, молодец, только не пойму, чё ты сюда припёрся-то? Катись, короче, меня люди ждут. Уж не в семье ли Аракава? Заткнись, не твое собачье дело, оставь меня в покое. Да нет, это дело мое и дело как раз к тебе. Не буду тебя отвлекать. Ну, если ты не против, прогуляюсь с тобой. Чё? Это еще нахрена? Да делай, что ты хочешь, что я делаю? А если стример в уборную захочет, пойдет со мной? Почему можно? Эй, мисс! Это что такое? Это, по-вашему, убойная завивка?
простить, просто такую завивку, у меня уже давно никто не просил. Я вообще ни разу ее не делала. И как не идти к патриарху в таком виде? Ой. Так же выглядишь. Вот это классный причесон. Заткнись. Просто выбрал не того парикмахера. Тебе что вообще надо? Не надоело за мной по пятам ходить? Я же сказала, у меня к тебе гудело. Ну там хвостик был, косичка. Ну ты пока с своими делами разберись. Куда теперь пойдешь? Ты маньяк, что ли? Вали отсюда. Он просто хотел, как в 2001-м, сделать себе завивку, а получилось вот это. Я думал, все думал, куда ты пойдешь? На могилу Тикао Сидзумори? Судзумори, это ведь его 18 лет назад застрелили. Да, его. Вот как. И что? Кто убийца? Да, конечно. Ты на него смотришь. Я серьезно. Че? Давай спрошу по-другому. Зачем тебе было убивать Судзумори? Меня изгнали из семьи Аракао, я взбесился, вот и выместил злость. Давайте сделаем перерыв, я все равно хотела посмотреть что-нибудь поесть. Так что... Биоавк, давайте на 5 минут сделаем перерывчик. Реально, я чувствую, тут еще синематиков часов на 50, поэтому мне еще нужно будет много читать. Сейчас 5 минут, ребят, вернемся с вами в 19. 52. Не переключайтесь. Пока заваривайте там себе что-нибудь еще делать, не знаю.
Я здесь. Ой, подождите. Я тоже захотела попить чаю. Забатили стримера на чай. Шо-шо. Короче, сейчас я буду есть, а вы читать. Поняли, да? Меняемся ролями чай. Или мне поесть, а потом читать. Спасибо. А потом вы будете читать, да? Нет. Привет, Лавин. Привет, Хода. Нет, я, короче, иногда себе начала позволять. Во Вкусвилле начали продавать веганские десерты, типа без сахара, типа на супер полезных всяких ингредиентах. Не стоит собака прям неприлично. Но я так иногда, знаете, себя балую, чтобы почувствовать эту вкусняху. Да, десерт без мяса. Жиза. Торт без мяса. Он типа супер маленький, но вкусный. Тут чуть-чуть порадоваться. Для кошки не лезь на балкон. Медовик из пыли мне может делать веганский. Реально, блин, вкусно. Он типа, он веганский, потому что они веганы же, они и яйца не едят, и молоко не пьют. Вот они типа берут кокосовое молоко, там вместо сахара сироп топинамбура, сипум топинамбура. Слава богу, только кокосовое молоко. Ну, блин, десерт у них вкусный. Просто я люблю кокос. Угу, угу. Юля как-то рассказывала, что-то там вообще какой-то пипец. Я человек простой. Почему типа? Ну, типа, знаешь, они хотят, любят, может быть, это все, но не хотят это есть с мясом. Я больше считаю извращенцев сыроедами. Сыроеды — это реально какие-то странные люди. Это действительно, типа,
Уже там соевое вроде. Они же вроде типа соевые используют. Блин, это было очень вкусно. Блин, съела и сразу появился стимул жить. Чтобы съесть через неделю еще один такой. Настолько сбесил, что человек убил. Раз уж ты поехал тогда кукухой, зачем сейчас идешь к жертве? Еще и раз, как раз после Тимми. Как-то странно. Где-то чё? 18 лет назад Судзумори застрелили, но это сделал не ты. Я слышал, Юль. Ты взял вину на себя и спас репутацию семьи. Все знали, что ты не убивал. Детективы, судья, присяжные. Касуга, ты ведь уже отсидел. Так зачем дальше врать? Кто его убил? Я сказал, что я. Ну ты чудила. Слушай, ты достал уже. Может, хватит мне мозги пудрить? Че? Бывший коп из центра выдачи прав. Ни с того ни с сего нянчится с бывшим якудзой и уголовником. Скажи мне правду, кто ты? Говоришь, у тебя ко мне дело? Какое? Дело? Что ж... О, вот так совпаденница. Ну, тут он постарел. Босс. Аракава? У тебя проблемы? Это ведь патриарх Аракава? А ты кто такой? Журналист, что ли? Мы интервью не даем. Вали отсюда, приятель. Да нет, я раньше был в семье Аракава. Если бы ты был в семье, мы бы тебя знали. Я в тюрьме сидел. Сегодня только вышел. Ты бы хоть что поумнее придумал, мудила. Дай мне поговорить с Аракавой-сан. Он будет рад меня видеть. Слышь, ты вообще здоров? Башкой не ударился? Мы вообще сегодня вспоминаем важного человека. Иди отсюда. Ах вы говнюки, прочь с дороги, я не пройду прямо по вам, а то я не, а не то я пройду прямо по вам, в смысле. Ну все, наконец-то файт. Хоба, хоба. Блин, забываю увернуться. Хоба, ваншот. Не успела. Серьезно? Все. Пресс-эф. 200 йен полутали. Какого? Думаешь, тебе это сойдет с рук? Хотите еще? Касуга, хватит. Мы поняли, виновата. Мой друг, он маленький, не в семье, понимаете? Чё ты несешь? Я серьезно тебе поговорю. Еще раз, простите, мы уже уходим.
Черт, пусти меня! Это же мой патриарх! Босс, Аракава-сан, это я, Ичибан! Я только сегодня вышел, это я, Ичибан, Ичибан Касуга! Ля, сука, ля ты крыса, ля ты крыса. Почему? У тебя не было 17 лет, ты не допускаешь, что он мог забыть тебя. Я в этом не верю, он даже письмо мне в тюрьму присылал. Он, наверное, просто меня не заметил. Он со старше наверняка теперь еще и хуже слышит и видит тоже. Он точно меня слышал и смотрел прямо на тебя. Точнее, тебя слышал. Нет. Лен крыса, ага. Хочешь, не хочешь, но намек этот я тебе советую уловить. В лучшем случае он просто тебя не помнит. А если помнит, то знать тебя не хочет. Это неправда. Этого не может быть. Я понял. Ну что? Зачем Аракана-сан сюда пришел? Навестить могилу вроде. Вот именно, наверное, он пришел на могилу Судзумори. Если он увидит меня возле нее, то он наверняка вспомнит. Ну да. Мне осталось только сделать так, чтобы он заметил, и тогда... Эй, погляди-ка. Ну да, конечно, могилу-то учил, он пришел, ага. Ты что, не видишь? Он пришел вовсе не на могилу Судзумори. А на чью? Это могила бывшего председателя Альянса Оми. Альянс Оми? Якудза из Кансая? Зачем патриарху его навещать? Да еще с такой толпой охраны. Ну, вероятно, это его долг, ведь он ведь в руководстве Альянса Оми. Ля, крыса. Что? А-ха-ха-ха-ха. Послушай, дедуля, парни, которым мы с тобой вломили, сказали, что мы из семьи Аракава, а семья Аракава — часть клана Тодзи. Тодзи! И они уже давно враждуют с Оми. Это всем известно. Хреновый стяд, детектив. Ай-ха-ха-ха-ха. Перевожу специально для мыла. Смех. Семья Аракава больше не входит в клан Тодзи. Что? Как это? Сейчас Масуми Аракава, сменяющий капитан Оми. Второй человек в Альянсе. Патриарх, капитан Альянса Оми? Чего? Да ладно, врать-то. Ага. Понимаю твой скепсис. Аракава десятки лет был патриархом в клане Тодзио, пусть его семья и не занимала высокого положения. Да, крыс-крысная. Крысиная крыса, я бы сказала. Но 2 года назад все изменилось. Новый губернатор Токио решил побороть преступность. Кто не в курсе, это тот чел, который в клубе, короче, мы ходили в клуб на ДРшечку к Тянке, сына вот этого нашего бати-патриарха. И эта Тянка сидела вместе с ним, и оказалось, что она, типа, по нему краш ловит и встречается с нашим, типа, этим челом ради бабок. А с ним, типа, у неё true love, и он изначально был полицейским, а теперь он стал губернатором, сук. Да. И прикрыл клану Тодзи денежные потоки. Назвал свою стратегию план трёх не. Закон против якудза. Не корми их, не давай им денег и не подкупай их близко. Полиция устроила рейды на все, не подпускай, точнее, крупные семьи, и точнее знал, куда идти. Арестовали всех офицеров.
Но было одно исключение. Семья Аракава. Что? Удивляться нечему. Вся операция удалась лишь благодаря подробным сведениям от семьи Аракавы. Нормально. Словом, Масами Аракава продал клан Тодзи правительству. Ля, ты крыса, просто крыса. Это же бред. Дай договорить. Когда от клана Тодзи почти ничего не осталось, Альян Суми отправил в Камуру Тё армию Якудза. А копы кинулись, что ничего не видят. Да. Спросишь, почему? Потому что семья Аракава им на лапу дала. Просто крысиное какое-то потомство. На лапу? Подкупил, идиот. Семья Аракава заплатила копам, чтобы те не заметили вторжение Оми. Так Альян Суми захватил Камуру Тё, не пролив ни капли крови. А взамен Масуми Аракава назначили замещающим капитаном Альянса. Глаза клана Тодзё Аракава стал худшим из предателей. Те, кто до сих пор верен клану, то и дело пытаются его убить. Не хотел тебе это говорить, но ты бы сам рано или поздно узнал. Не прямо близко к сердцу. Ты как? Нормально? Да врёшь ты всё! Что? Аракава-сан перешёл к Оми? Клана Тодзи больше нет? Ты сам-то считаешь, что это перебор? Что, до сих пор не веришь? Да в голове не укладывается. Давай имя. Аракава-сан был воплощением долга и чести, понял? Мозг включи. Ты же его видел. Он навещал могилу человека Оми. Это был не Аракава-сан. Я 18 лет его не видел. Обосрался. Вот и все. Забавно, кстати, что он 18 лет в одних шмотках тех же ходит. Да и одет он был далеко не так стильный, как одевался Аракава-сан. Ох. А как же твоя драка с людьми из семьи Аракава? Да при чем тут это? Я просто что-то не так понял. А куда мы едем? Камуру Тё в другой стороне. В Йокогама? Что? Мне надо вернуться в Камуру Тё? Я же сказала, тебе там больше нет места. Нам нужно в Йокогаму. Говорю, у меня к тебе дело. Ну я могу... Да сколько можно? Какое дело? Расследование. Ты мне с ним поможешь. Ты предлагаешь говорить расследование? Иди нахер. С чего это я стану помогать? На кой черт мне твое расследование? Будешь, не хочешь, а выбора у тебя нет. Мы скоро будем в префектуре Канагава, это мой район. Будь панькой, сиди спокойно. Закрой пасть. Быстро останови машину, или я... Расскажи. Понимаешь, я читаю по правилам японского языка, у них только первая буква L. Если вот лампа, например, у них рампу читается. У них только первая буква R читается как L, остальные они ну, обычно читают, если что, держу в курсе. Не хочешь ехать по-хорошему, будь по-плохому? Тебе это надо? Что, угрожаешь? Наконец-то выдал себя? Чё? Сначала обманом притащил меня в Йокогаму. Да, а потом заставишь делать за тебя твою грязную работу? Я тебя насквозь вижу. Ну, из какой ты тамошней семьи? Слушай, ты безнадежен. Я тебе значок показал. Ты что, японский изучал, что ли? Да думаешь, купил дешевую подделку, и я сразу повелся? Какого хрена, ты дурак? Блин, он тупо его значок выкинул, лол. Может, ты его неправильно понял? Куда ты собрался? Ясно, куда. Камуру Тё.
Ты что, меня вообще не слушал? Да слушал, слушал. Хватит уже мне мозги пудрить. Вот в семье я посмеюсь, когда узнают, что меня чуть не похитили якудзы и кугамы. Какой же ты тупой. Аракава-сан сейчас Камуро-тё и строит праздник в честь моего возвращения. А теперь мне даже будет о чем ему рассказать. Все, давай, пока. Или знакомая с Твича. Для тебя в Камуро-тё ничего не осталось. Охренеть, ладно. Я предлагал, что ж так и будет. Ну, так и будет. Предполагал, точнее. Эй, откройте дверь, тут кошка, пожалуйста, она делает скрёб-скрёб. Ну, значит, неправильно поняла. Какого чёрта? Мам, открой дверь коту! Пожалуйста, мам! Мам, спаси... Что это, сигарета? Ясно, ясно, все с вами. Мама, открой дверь! Игнор. Он в шоке от вейперов. Понимаю, чел, я бы тоже на него месте так и отреагировала. Это и прям Камуро-тё, но здесь все так изменилось. Блин, сама открою. Буду сильный и независимый. Я с гордым майком. Для начала надо заглянуть в офис. Так, поехали. Ум. Так, тут где-то должна быть мини-игра. Написано, что вот тут. А где? Может, тут вот? А, наверное, да. О, нормально. Это мы по адресу. Подождите. А чё никого нет? Где все-то? Ладно, может дальше надо пройти? Что-то я не понимаю. Где все? Алло. А, вот здесь, вот. Ух, я думала, мы не под адрес с вами пришли. Ой, что это такое? Подождите. Нет, я ждала. Нет, до свидания. Я думала, тут это, секси-клуб там все дела. До свидания, ребят. Я не по адресу. Там задроты какие-то сидят, какие-то... Маджонг, походу, какой-то играет. Ждал секси-клуб. Ага, да. Ожидание версии. О, привет. Уличные бандиты. Видите, кто-то еще со мной в 90-х живет. Так, а можно как-то карту посмотреть? Клуб Сега. Маджонг. Я угадала даже, что это маджонг. Не такой какой-то. Мурахан. Театральный клуб Сега. Бейсбольный центр. Блин, ребят, я уверена, что кто-то из вас знает, про какие мини-игры я с вами говорю. Есть традиционные мини-игры
серии игр Якудза. Я думаю, вы прекрасно понимаете, о каких мини-играх я веду речь. Лавина должен знать. Лавина, где тут найти это, пожалуйста? Ты специалист, ты должен знать. Да, нет, не могу. Тут есть игры поинтереснее. Платинец достала кек. Тут есть очень хорошие игры. Возможно, лучшие. Этот игровой автомат. Ну, да, конечно, вообще. Разве это по-человечески вот так вот себя вести, лавины? Одни игровые автоматы. Куда катится эта Япония? Сюжет, да, точно линейный. Тут, типа, можно в мини-игры всякие залипать. Тут была очень хорошая, интересная мини-игра раньше. Ладно, я вам покажу, когда мы с вами будем играть. Другие части, в других частях она точно есть. Может, в этой решили не делать? Зацензурить? Хз. Конечно, раньше на Твиче очень любили играть в Якудзу, вот по этой причине. Потому что там мини-игры были очень интересные. Но в оригинальных частях там точно было. Sunrise Street, спасибо, Лавина. Вроде здесь... А ну стой! Ты куда это? Слушай, а что случилось с офисом? Здесь был офис. Офис? Здесь был бар с девушками, вот тоже неплохо. А раньше? Здесь же раньше был офис. Нет, до бара здесь старые компы продавали. Еще раньше здесь было мейда кафе, а до него... Филиппинский бар вроде. 18 лет назад здесь был офис семьи, так? Семьи? Семья Якудза, ну... Я знаю, он был здесь. Здесь был офис семьи Аракава. Может быть, давно, я не в курсе. А что, семья Крава право ютилась в этой дыре? Ага, ты не знаешь? Ты знаешь семью Аракава? Камура Тио и Кажа Собака знает. Это же большая семья с дурной славой. Правда? Значит, семья разрослась и прославилась? А где еще они все? Я их ищу. Привет, Шмель. А вот уж не знаю. В наше время Якудза особо не светится, ты знаешь. А уж тем более семьи Аракава. Вот так. Спасибо. Все нормально? Да? Пойду расспрошу пожилую даму из табачной лавки. Ей всегда же что рассказать. Удачи. Так, Sunrise Stream. Ой, Street в смысле.
Судя по тому, что сказал уборщик, семья Ракао наконец-то добилась успеха. Так хочется их увидеть, но где их искать? Надо спросить пожилой дом из табачной лавки. Так, Sunrise Stream, Street. А, блин, а я не знаю, как отдалить. Пока что вот это, может быть, потом будет еще. Это переулок Накамити у нас. Может, там какой-то другой переулок должен быть? Да, есть. А, понятно. Спасибо, Лавин. Дай бог тебе здоровья. Видите, какой Лавина полезный. Лавин, просто сама жду, сам понимаешь, ты наверняка тоже очень ждешь этот момент. Надо запомнить. Тут раньше работала пожилая дама. Кто? А, вы имеете в виду прежнюю хозяйку? Она уже давно уехала домой, в Каноху. Живет, наверное, сейчас в пансионате, горе не знает. Вот как. А вы знаете, где офис семьи Аракава? Извините, у меня покупатели. Да я просто хочу узнать, где сейчас семья Ракао. Ее мне, как обычно. Вот, пожалуйста. С вас 500 йен. На счет запиши. Ого. Народ на вежливость растерял, пока меня не было. Жалкое зрелище. Что? Что? Я говорю, тебя в детстве манерам не учили? Да еще и со знаком клана Тадзио по городу рассекаешь. То есть Альянс Уоми. Что ты сказал? Ты из клана... С какой семьи? Из семьи Аракава. Вот как? Новичок, значит? Я тоже из семьи Аракава. Не ври. Хочешь сказать, семья Аракава присоединилась к семье Уоми? До него никак не дойдет. Они не... Погоди, ты был среди тех, кто сегодня навещал могилу? Что? Да, там сегодня прошла важная церемония. На такие мероприятия ходят только патриарх и его офицеры. И, наверное, иногда их помощи советую запомнить, салага. Помощники, точнее. А, патриарх. Он кто? Чё? Ты серьезно? Просто скажи, кто он. Замещающий капитан Альянса Уоми Масуму Аракава. Нет. Я отрицаю, это буду отрицать еще 30 часов. Ты что, забыл имя своего патриарха? Включи мозг, салага. Хватит меня так называть, я не из Уоми, так что нечего мне указывать. Ты же только что сказал, что ты из семьи Аракава. Да, но семья Аракава, которую я знаю, входит в клан Тодзи. Клан Тодзи? Ты бредишь, что ли? Я похож на больного? Да вроде нет. Хоть у нас тут паразит завелся, а? Ну что ж, штаб ясно сказал, уведите паразита, прибейте на него. Сами вы паразит, это мой дом. Пора истребить тараканов из Тодзи. Лёск. Валы, этот, безбейсбольную биту достал. Удачи, чел. Да ты балул, я могу просто вот так вот... Весь стрим. Блин, у него только 100 йен было, серьезно? Аракава-сан, правда предал клан Тодзи и перешел в Коми? Ответь мне. Да. Аники. Это пес клана Тодзи, убейте его. А че он убегает-то, лол? Всего лишь 3 человека, для нас это фигня, алло.
Куда он делся? Свяжитесь с другими семьями. Нельзя выпускать из коморы все. Вон какой-то тян-клуб отдал там что-то. Уф. Кажись, принесло. Район победителей. Прямо глаз радуется. Ой. Это же Ичи. А? Ля, это та тёлка бухающая. Напомни, как тебя звать? Это же я, Мичио. У меня раньше был бар. Мичио? А, давно не виделись, Ичи. О, наконец-то, хоть кто-то знакомый. Эй, не лезь. А? От тебя дымом несет. Правда? А, ну, я просто сейчас в табачной лавке был. Постой, ты сама куришь. Ничего подобного, я давно бросила пить и курить. Вот это да, вот видите, сразу уборщицей стала. Пила и курила, была владелицей клуба, а теперь вот уборщица. Что, алкоголичка Митье бросила пить? Да, примерно когда тебя посадили, мне-то время совсем хреново стало. Скажи, врачи сказали, или бросай пить и курить, или на кладбище собирайся. Да я и бросил все сразу. Блин, почему так не работает в реальной жизни? Ну ты даешь, конечно. Вот, веду здоровый образ жизни. Никакого алкоголя, табака и пищевых добавок. Предпочитаю здоровую пищу. Не пил алкоголь 11 лет, всем рекомендую. Я не пила алкоголь лет 5, наверное. Тоже рекомендую. А еще стараюсь пить больше воды. Ну вот ты знал, что на, 7, мы, на 70% стоишь из нее. Блин, она, это же я, ребята. Это же Екатерина в старости. Многие знают, но все равно пьют слишком мало чистой воды. А если так делать, то... Алло. Слушай, Митье. Да вроде да. Да хрен знает, насколько. А можешь сказать не про воду, а про Камуру-тё? Что случилось с кланом Тадзио и Ракава-сан? А, вообще без понятия. Но ведь тебе в бар часто заходили люди из клана Тодзио. Вместо бара у меня теперь кофе в кафе здорового питания, одобряю. Я запретила в нем курить и пить спиртное, а посетители у меня теперь, другие. Так что про якудзу я ничего не знаю. Что для тех, что мне для тех, кто не считает свое тело храмом? Ох. Раз уж тебе так интересно, может спрошу Усио? Усио? Забыл? Твой сэмпай со средней школы. А этот? Он еще нелегальную порнуху продавал. Он теперь пишет статьи для журналов и считает себя главным спецом по всему, что связано с якудзо. Серьезно? Это то, что надо. Хотя вряд ли журналист из него хороший. Говорит, мол, собирает материал, а сам дрыхнет на детской площадке. На детской площадке, значит? Туда и пойду, спасибо, Митю. Какие журналы? Такие. Заходи как-нибудь ко мне в кафе. Как раз провели воду, ах, дивайн. Говорят, лечит от многих болезней. И друзей пригласить. Сразу почувствуешь себя лучше. Ага, как-нибудь обязательно сбегу. Если понравится, продам тебе парочку бутылок с хорошей скидкой. У нас и партнерская программа есть. Если зарегистрируешься как мой друг, то... Ага, ага. Ну ладно, мне пора. Раз, что ты следишь за здоровьем. Увидимся. Эй, постой. Так, Зош, куда ты уходишь? Митё сильно изменилась. Я рад, что у нее все хорошо, но мне как-то грустновато. Что ж, надо заглянуть на детскую площадку. Может, Усио еще там. Да. О, аниме, ребята. О, так. Так, кого я знаю? Кого из них я знаю? Так. Никого из Japan... Джей-попа есть, я, честно, не знаю. Кажется, как будто это одна группа, ребят. Из Джей-попа я никого не знаю. Да, на всякий случай.
Блин, надо опять воды идти наливать. О, площадка. Сколько раз повторять? Хорошо тут ошиваться. Ты обещал, что... Так что давай сюда. Да ладно вам, это же просто снимок. К тому же вам... Вы так круто тут получились. Какая разница, круто получились или нет. Альянс Оми журналик не жалует. Так что гони аппарат или шею тебя сверну. Ох. Может делать исключение. Если так уж хочешь, можем продать 1 000 000 за снимок. Ты что так дорого-то? Дорого? Тогда прощайся с камерой. Нет, я за нее за кредит только не выплатил. А, мне срать. Соболезную. Бля, камера. Оп, балдеж. И зачем разбирать хороший фотоаппарат? А ты еще кто такой? У меня к нему разговор. За снимки не переживайте, они, он их удалит. Будете, будем в расчете. Ты же Ичибан. Ичибан Касуга. Тебя что, выпустили? Давно не виделись, Усё. А это не тот чел из клана Тодзи? Что? Потлатый в красном костюме. Точно он. Семья Ракао просила его найти. Если убьем его, притащим его, станем героями. Да и фотки эти никому не уперлись, ахаха. Да. Никуда не уходи. Я сейчас с парой уродов разберусь, это быстро. Чё ты сказал? Завалим его. Один урона. Один чат. Бля, велик полетел. Бедный велик. Висин, хорош. А ты силен. Имея в виду, ты, мы твою рожу запомнили. Ну, у него такая прическа запоминающаяся. Любить свою работу это хорошо, но умирать за нее не стоит. Иначе кто выплатит кредит за твою камеру? Альянс Оми и сторонник клана Тодзи сошлись в кулачном бою. О, эти фото будут стоить целое состояние. Спасибо, Ичибан. Погоди-ка. Во, вот лош... Ой, ля... Ля, сука. Плюс еще один кредит. Эй, смотри, куда прешь, мутак. Заткнись, ты сам виноват. Вали отсюда. Знаете что, наверное, в понедельник с Юлей будем в резик 5 играть. Попадешься мне еще раз, мозги вышибу. Не ты ли храбрец минут назад чуть штаны не наложил? Беги давай, пока я не передумал. Камулоп? Ну это типа местный талисман, его придумали, чтобы восстановить репутацию Камуро Тё. Талисман? Что за херь? Знаешь, у тебя слишком много вопросов. Тебе от меня что-то надо? Чувак, а насчет семьи Аракава, короче, ты знаешь, что произошло с Аракава-сан? А, я и забыл, что ты был у Аракава на побегушках. Ты ведь пишешь статьи о городе, ты должен знать. Я не верю, что Аракава-сан мог переметнуться к Оми. Хочешь знать, почему он изменился? Я-то, конечно, все знаю, потому что я хороший журналист. Тогда говори. Ты когда в тюрьму сел? 18 лет назад. А у Аракава вроде был сын, так? Ля, но я так и думал, что с ним что-то произойдет. Да, молодой господин. Я был его личным сопровождающим. Подробностей я не знаю, но он вроде был болен, да? Да. Где он сейчас? Он умер.
Что? Когда? Как умер? Где-то через 3 года после того, как тебя посадили. Ему стало хуже, и врачи ничего не могли сделать. Наверняка после той сыворотки. Аракава ведь очень любил сына, да? Не то слово, еще как. Что угодно ради него бы сделал. Привет. Вот тебе ответ. Нет на свете ничего больше, чем потерять своего сына. Скажи, какая якудза лучше? Это моя первая якудза. Даже представить себе не могу, каково ему пришлось, но... Но все же, почему он предал клан Тодзё? Не, я вообще... Я говорю, это моя первая часть. Знаешь, Ичибан, тебе сейчас, наверное, не понять, но ребенок становится для человека смыслом жизни. Соболезно. А если ты его теряешь, жизнь не заканчивается. Все равно надо каждое утро зачем-то вставать. Нужно найти новую причину, чтобы жить, иначе просто не выдержишь. Я просто думала, что он откинется еще тогда в клубе, после той сыворотки. Аракава, якудза до мозга костей. Может, теперь он живет ради того, чтобы смотреть, как мир сгорает дотла. Быть не может. Кстати, мне не послышалось, те бандиты правда сказали, что теперь Уоми, ты Уоми в черном списке? Да. Я бы на том месте в Камуру Тё не задерживался. У тебя здесь еще дела? Куда теперь? Туда, где истянки, очевидно. В Йокогаму. Для Камуру Тё ничего не осталось. Да. Куда же мне идти? В Йокогаму, к челу. Может быть, там тянки есть. Вот уж не знаю. Я просто хочу сказать, что люди Оми будут тебя искать. Да хрен знает, но... Уезжай с города. И домой не возвращайся. Домой? Ну, в тот банный салон, где ты родился. Шангрила. Я же сказал, не ходи в Шангрила. Не вздумай. Они тебя убьют. Убьют меня? Ну пусть попробуют. Ну хрен знает, я думаю, мы скоро узнаем. Ну не скоро, часов через 30 узнаем, что в чем дело все-таки. Ладно, поехали, работаем. Новый уровень, поздравляю, чат. Да хрен его знает, ну типа он уже в класс с кланом Оми теперь нормально общается, вот что странно. Ну, наверное, да. Как всегда в любых JRPG-шках начинают душить в определенный момент эти... вещи. Замантил, видите? Могу. Мантить это моя, как бы, суперспособность моя. Так, ну вот он. Ну, типа... Он заброшен. С ума сойти. Но хоть воспоминания остались. Ага, Жизу. Решил завершить экскурсию визитом Шангрила? Отличный выбор. Я знал, что рано или поздно ты сюда придешь. Постой.
О дате? Удивительно, правда? В каком неоновом раю, как Камуро Тё, и такая развалина. Что тут случилось? Во время гражданской войны в клане Тодзио какой-то недоумок выехал сюда. С тех пор его обходят стороной, и теперь притон для всякого отребия. Тут живут настоящие подонки. Я только теперь начинаю понимать, сколько всего случилось за 18 лет. Ты даже не представляешь, Камуро Тё уже не тот. Видел, что они построили? Новый полицейский участок Камуро. Теперь они будут смогут следить за всеми Камуро Тё. План трех дней оказался таким успешным, что даже не стало возможно закрыть участок на главной улице. Рейтинги у нынешнего губернатора прям зашкаливают. И новый полицейский участок тому свидетельство. Да? Нет, этого всего ни горячо, ни холодно. Касуга, я тебе правду говорю. Не соврал ни разу. Клан Тодзио, каким бы ты его знал, больше нет. Из конца сюда пришел Альянс Оми, и теперь город контролируют они. Ну что, теперь ты мне веришь? Да. А ты быстро понял, даже быстрее, чем я ожидал. А? Ты из тех, кто никому не верит на слово, тех, кому надо всем увидеть своими глазами. Пришлось позвонить тебе, позволить тебе прогуляться и прояснить самому, и ты быстро управился. То есть ты все это знал заранее и решил поржать надо мной, что я зря трачу время? Я знал точно только одно, что ты придешь сюда. Адачи-сан, какого черта тебе от меня надо? Я хочу, чтобы ты помог мне в расследовании. Что? Твой патриарх Масуми Аракава воспользовался силами полиции, чтобы уничтожить клан Тодзи и открыть Камуро Тё для Альянса Оми. Но Якудза не может просто взять и купить полицию. Никаких денег не хватит. Сдается мне, львиная доля взяток ушла в карман Зюро Хоронуити, комиссара полиции. Комиссара полиции? Да, и у меня на него зуб. Хочу добиться, чтобы его уволили. Да, не хватит. Но я теперь инструктор по вождению в Канагае. Где уж мне добраться до комиссара полиции Токио? Вот и я решил, что Масуми Аракава может мне помочь. Понятно. А ко мне ты пришел, потому что я знаю Аракао-сан? Да. И наверняка хочешь узнать, как Масуми Аракава добился такого успеха и как предал клан Тодзи. Касуга, что ты собираешься делать дальше? Хочу встретить Аракао-сан. В тюрьме я только об этом и думал. Хочу увидеть его, поговорить с ним. Да? Ну так вот, сегодня вечером Аракао организует встречу разных крупных шишек из Альянса Оми. Встречу, значит? Да. Но они там будут не просто чаи гонять, это будет демонстрация силы для укрепления власти над Канто. Для Аракава это возможность доказать, что он достоин своего звания. А ты-то как об этом узнал? Воспользовался старыми связями, и обошлось все это недешево. Ну ладно. Где будет проходить встреча? Хороший вопрос. Так, ребят, сейчас надо отойти. Ща, ребят, ща приду. Ща, надо воды налить, у меня в горле уже пересохло.
Шо-шо. Еще одни cool story, Боба. Можно подумать, что это лавина в тебя вселился. Ну, маловероятно, конечно. Ты-ты-ри-ты-ты. Что? Что? Вот, вот это больше на тебя похоже. Они типа с копами в ладах. Видишь, вот тот ресторан, это башня Хэйан. Это же... Ты что, там бывал? Это элитное заведение, цены там подстать. Не, не бывал. Аракава-сан когда-то обещал сводить меня туда и угостить уткой по-бекински. Понял. Это он так меня приглашает. Что? Ты о чем? Он не просто так назначил встречу именно там. Я точно знаю. Да успокойся ты. У него там встреча с патриархами. Здесь мало дорогих ресторанов. Это просто совпадение. Неважно. Главное, что увижу с Сорокавой-сан. Погоди, встреча сегодня вечером. И к тому же Альянс Оми знает, что ты сторонник клана Тодзи. Если тебя схватят, никакой с тебе встречи с Аракавой. И вообще, только идиот ломится в парадную дверь, у меня есть план. Ну, выкладывай. Потом пусть будет сюрприз. И что, так и будем здесь до вечера торчать? Тебе же надо как-то подготовиться, давай разделимся, как когда с ними встретимся здесь. И вот с тобой возьми. Что это? Смартфон. Ты же знаешь, что это такое, да? И как им пользоваться? Зачем в мобиле столько прибамбасов? Понимаю, это чисто мои родители. Разберешься. Когда позвоню, отвечай. Ладно. Теперь меню паузы можно выбрать смартфон, который позволяет проверять почту, делать фотографии и вызывать такси. По мере прохождения сюжета список функций смартфона будет расширяться. Кайф. Так что договорились? Вечером на театральной площади. И старайся сильно не отсвечивать. Наконец-то стемнело. Надо встретиться с Адати. Как только я буду готов. Да мы уже готовы. Блин, ну вот реально выглядит как то, что нам нужно, но нет. Там, блин, ссаный маджонг. Новенький якудза. Ну, сейчас я вам даю якудзу. Обаятельное убеждение, это как? Лол! Ну, пока что я особой вариативности не заметила, если честно. Лол, я просто с ним поговорила, он ушел, забрав мой анигири. Блин, ну анигири слишком дорого стоит. Потому что она вышла в стиме с русским языком, поэтому я решила поиграть. Давно хотела поиграть в серию Якудза, а тут типа это официальный перевод в стиме запилили, я подумала, а чё бы и нет. Плюс она не связана сильно по сюжету с предыдущими частями. А где Дати-сан? Ты вроде договорились встретиться здесь. В общем, постарайся сбыть этот бизнес рук при первой возможности. Ты во мне сомневаешься? Я тебе что, всегда говорю, я бизнесом надо как женщины. Поймай и отпусти. Доводишь до ума, полируешь до блеска, отпускаешь. Так они обретают истинную ценность. Что, мне приехать в офис? О, нет. И за что я тебе плачу такие дикие деньги? Типа официальный перевод ты имеешь в виду? Уж я не за то, что ты надоел мне своими вопросами. Клянусь, я
Эй, прости, но я отвлекаю от дел, но... Ты тут не видел такого высокого плотного парня? Высокого и плотного? Ты уж извини, но я обычно примечаю только женщин. Ты уверен, что женщина? Да ну. Ты его ждешь? Занять ему пробовал? Нет, тут такая только. Точно, он же дал мне смартфон, совсем забыл. А как эта штука звонить? Что, не шаришь техники? Давай научу. Это я, когда показываю родителям, как работают их телефоны. Легко, давай-ка сюда. Эй, вон этот говнюк. Теперь ты не отвертишься, сволочь. Альянс Оми? Вот дерьмо. Почему сейчас-то? Кого? А? Эй, ты не Кагата, так? Как ты собираешься все это разрулить? Господа, вы кто? Дебил, ты нам продал не то, что... Ни на что негодный табар. А, вы те якудза? Которые выкупили у моей компании права на бар с девушками, если я не ошибаюсь. От этого у твоего бара одни странные убытки. Как нам теперь покрывать недостачу? Как странно. При мне там от клиентов отбоя не было. Ты тупого-то не включай. Мы каждый день в минусе. Клиентов нет, девки все повольняли за счет и заплатить нечем. Работать на благо заведения не пробовали? Ты херел? Продал нам тонущий корабль. Плати за него теперь двойную цену. Отличная шутка. Слышу, рот. Ты над альянсом Оми издеваться вздумал? Так, притормози. Че? Он обещал научить меня, как смартфоном пользоваться, так что вставай в очередь. А, да, кстати, блин, да, олдбой, точно. Эй, погоди-ка. Идиотский красный костюм. Батлы эти дыбом. А? Помнишь, что сказал Анике? Портовой типа из клана Тодзе. У него как раз красный костюм и патлы. Ты чё, урод, никакие мне не патлы. Ты тоже решил нарваться, да? Не Кагата, да? Отойди, тут сейчас будет жарко. Хочешь сказать, в одиночку с нами справишься? Да, но взамен ты мне потом расскажешь про смартфон. Не понимаю, о чем ты. Самбо? Блин, я забыла, как... Как уворачиваться вот эти... А, ты про это? Да. Ну так они же, типа, все якудзы косят под самураев, они считают себя потомками самураев. Ах ты, скотина. Блин, какая кнопка-то, я не помню. Во-во. Ну, в тайминг просто жестко. Чё? Ты сам бы делай. Все, я вспомнил, на какую кнопку жать, теперь меня не остановить. Так. Вот так, и так будет с каждым. Ну, типа того, да. Аж больно смотреть. Так ты что, правда им продал убыточный бизнес? Нет, конечно. Когда я его продавал, он каждый месяц приносил миллионы йен. Отличный маленький бар с девушками. А зачем ты его тогда продал этим клоунам? Они без конца с меня требовали деньги за крышу, а мне она и даром не нужна. Раз ты такой великий бизнесмен, отвалил бы за крышу 100 тысяч в месяц, и все. Вот я в конце концов и сказал им. Раз вам кажется, что это так легко, попробуйте сами. И продал им этот бизнес?
Ну да, ты же слышал, 100 тысяч в месяц, как нефиг делать. Я не думаю, что чат смотрел. У меня несколько компаний, они приносят сотни миллионов в месяц. Ну и я этого добился только благодаря тому, что понимаю, как трудно на самом деле зарабатывать эти 100 тысяч. Я понял, ты хотел, чтобы они сами убедились, сколько туда вложено в эти деньги? Вот именно. И похоже, они урок усвоили. Бизнесом надо так же, как с женщинами. Если тупо за ними гоняться, всегда упустишь. Чтобы все получилось, нужна стратегия, немного ласки и много работы. Поняли, чат? Ну что, дадите Бару еще один шанс? Да пошел ты, надоело сливать деньги в унитаз. Когда я выкуплю у вас? За половину того, что вы мне заплатили. Сложно? Ну ладно. Записывайте, записывайте. Вот, да хер с тобой согласен. Как говоришь, тебя зовут? Касуга. Ичибан Касуга. Ичибан? Отличное имя того, кто по жизни number one. Да. Это отсылка, типа... Я же говорила, что Ичибан по-японски это первый, типа, бывает такое, что в Японии, блин, первых сыновей называют Ичибаном. Ну, хз. Здорово меня выручил, спасибо. Типа, Ичи, это типа один по-японски, держу в курсе. Да, но все же... Научить тебя обращаться с смартфоном? Не волнуйся, я не забыл. Что ж, приступим. Где твой телефон? Ну так, чуть-чуть. Больше по-китайскому. Теперь я понимаю, что к чему. Спасибо, Ник. Нет, может, нас судьба свела. Если хочешь, можем... Да, будем на связи. Его же назвал владелец банниц. Пардон, дал имя. И чё? Ну, захотел он дать ему Ичибан. Я говорю про то, что... то, что обычно называют... Что такое Нани? Нани, ты что? Нани? Обаева, Моушиндеру? В университете. Типа, друзья по переписке. Я бы рад, но я человек, так сказать, с тяжелым прошлым. Только сегодня вышел из тюрьмы. Привет, Гриш, кстати. Ну да, первенец еще дословно, да. Ну что это? Здравствуйте. Как вышел из тюрьмы. Это не проблема, у меня нет предрассудков. А если я скажу, что сидел за убийство? Вот, даже так, интересно. Что ж, спасибо тебе за откровенность, за честность. Мне это нравится. Серьезно? Не переживай, среди моих знакомых есть люди из самых разных слоев отчества. Пока что только на работе в медицинской организации пригодился китайской. 4 года учил. Мне вот кажется, что ты самая темная лошадка из всех, кого я встречал. А, ну и на стримах, конечно. Очко в пользу мистера номер один. Помните, вот кто? Мэла, наверное. Ну да, там иногда китайцы приходят. Мэла помнит, Витя помнит. Когда мы играли в Супер Седюсера 2, вот тогда ты пригодился мое знание китайского языка. В бонусной главе, когда все было на китайском. И я все равно смогла ответить. Угу. Мало нету, осуждаю Баному. Ну что ж, до встречи, Ичибан. Если захочешь, не звони. Ичибан. Нет уж, я позвоню чисто из упрямства. Ичибан. Первый бан. Приходит Мэлу. Эй, Касуга. Это кто такой был? Это мой первый друг по переписке. Кик. Че? Тебя где-то вносило, Адати-сан. Ты же сам здесь мне на встречу назначил. Да, я проголодался и решил сходить за гюдоном. В какой-то веке заказал самую большую порцию, едва ее осилил, видать, старею.
что нет. А ты чем занимался? Мы вроде собирались проехать на встречу Лен Сяоми. Надеюсь, ты готов. Сяоми? Ну, кстати, Сяоми это типа по-китайски. Сяо это маленький. Ми это типа зерно. Типа маленькое зерно. Малозерновой. Хуа, кстати, Huawei. Ну, типа, если я правильно помню, ну, типа, те иероглифы, которые, с которого стоят, это... Ну, хуа — это речь по-китайски. Хуа. Есть такое еще выражение у них — путунхуа. Это, типа, ну, считается идеальным китайской речью, то есть без акцентов, без всего. Путунхуа. Конечно, сложно, блин, задалбливаешься, все. Что, что, что? Не надо Resident Sleeper. Готов? Ага. Вот и славно. Ну что, как приберемся в ресторан? Вот так. Бери с другой стороны, серьезно? Да, типа, в теории могла бы, но сейчас этих переводчиков как собак. Я знакомый учился переводчика, а теперь работает репетитором, потому что работы особо нет. Ты что, тоже идешь? А как же, ты не один хочешь поговорить с Сорокавой? Мне нужно узнать, как он связан с комиссаром, получить доказательства. Для этого ты мне и нужен. Те же скоро на пенсию, зачем так рисковать? Так ты не забывай, с кем разговариваешь. Кто узнал, где сейчас Сорокава? Ну ты. А ты нашел время спросить. Если будет собачиться, погибнем оба. Я тебе помог, а теперь ты помоги мне. Идем. Ладно, хрен с тобой. Балдеж. У меня Пашковский нет пусть. Нет, не ездил. Типа, слишком много бабла надо. И чё такой старпёр, как ты, не поделил с главой токийской полиции? Тебе правда интересно? Знаешь, мы друг другу доверяем, давай на чистоту. Тогда начнем с тебя. Кто убил Судзумори? Я. На чистоту, значит, пошли уже. Чтоб тебя. Мивин из Китая? Да. Ну так, понимаю, конечно, ну типа, все зависит от диалектов. В Китае довольно много... Спасибо за фоллоу, добро пожаловать в наше душное комьюнити. Я еще сегодня без вебки, потому что максимально устала. Сейчас придет, да, да. Просто прикол в том, что в китайском очень много диалектов разных, и иногда даже китайцы сами друг друга не понимают, поэтому у них даже когда новости какие-то или песни, они иероглифы внизу пишут всегда, чтобы типа понимали хотя бы, что вообще человек говорит. У них есть этот знаменитый кантонский диалект, который вообще типа хрен поймешь. Ну, давайте драться. Что? Работы. Диалект? Это как это диалект? Это же сложно, типа, произнести что-то на диалекте другом. Типа, особенно когда... Нас учили всегда путунхуа, но я же говорю, путунхуа это типа вот... Как должно правильно произноситься. То, как они, типа... Кто-то говорит, типа, спасибо по-китайски этой сессии. Кто-то говорит, шеши. Кто-то еще как-то, типа, это вообще... Очень сложно понять иногда, что вообще человек говорит. Ну, я бы не сказала. Типа, тут посерьезнее дела обстоят. И реально, чтобы хорошо китайский, это надо реально жить там, очень часто его практиковать. И это надо всю жизнь совершенствоваться. О чем я думала? О том, что будет, будут интересно преподавать, и что все будет, ну, знаешь, идеально, типа.
И меня не пугали трудности в тот момент. Я же не знала, что у меня будет Майя преподалась. Любимое имя. А, что сказать? Сейчас, погодите, я сейчас я не вижу, что здесь подраться, то сейчас отличу. Сейчас додеремся. Прочитай, что вы там пишете. Мне просто так здорово, когда типа они дерутся, я могу помолчать. Так, а скажи что-нибудь на сталкерском. Я не умею разговаривать на сталкерском. Я стример сталкера. Скажи по-китайски, меня зовут так-то. Уоман де Дзяуш. И Екатерина. У них так как-то говорят. Екатерина. Уош. Стример. Ниманхао. Ниманхао. Лови, лови, это шелупонь. Ты промал. Наташа? Уоман де Минзе ши Наташа. Не Дзяошем Маминзе. Это типа как тебя зовут. Балдёж, да. Нормально. Или вали, да. Я не знаю. Я вообще не знаю, чем. Албанский тоже красивый. Не знаю. Албанский не учила. Блин. У меня, знаешь, какая-то ностальгия по булкам с лимоном. Это ж классно, приятного аппетита. Литровая кружка с чаем тоже неплохо. У них, кстати, типа забавно, что мама — это мама. По-китайски папа — это баба. Тетя — это най-най. Учитель — это Лауши. Больше всего я... А мат есть, конечно, но я знаю один мат, который запрещен на Твиче, поэтому я не могу сказать его. К сожалению. Я знаю только тот, который запрещен на Твиче, поэтому сори. В свое время нас, да. В свое время препод научил нас только тому самому запрещенному слову. Он, наверное, не ожидал, что мы на Твиче будем сидеть. Больше всего меня вносило всегда с этого... типа, как будет по-китайски работать этот... инженер, по-моему, профессия. Да, инженер. Блин, как будет по-китайски профессия инженер, блин? Он инженер или рабочий? Не помню, по-моему, блин, сейчас я вспомню. Сейчас я вспомню, инженер или рабочий? Инженер. Да, инженер, блин, помнит еще глава. Инженер по-китайски это гончанши. Держу в курсе. Гончанши, блин.
Гуан Чжэн Ши. Гуан Чжэн Ши. Держу в курсе. Гугл тоже помнит. Ну что-то, я бы не помнила, инженер или рабочий. Почему-то вот рабочий почему-то еще. Не шарю, ребят, просто на сталкерском языке я не разговариваю. Вот, блин, я тупо запомнил, потому что это по-убогу месичи. Мой друг китаец сейчас оскорбился твоими словами. Няшно мило. Да у них такой язык, я бы не сказала, он мяукач какой-то. Это типа вот... Ну няшно, наверное, это как по-китайски будет кошка. Это мао. Мао. Мао это кошка по-китайски. Но иероглифы разные. Все думают, что если мао, то типа у... Мао Цзэдун же есть такой чел у них. Коммунистический. А на самом деле у него иероглиф другой, но читается так же. Там иногда от тональности зависит значение слова. Тоже такая... Испанистика, извините за выражение. Чики-бриф, бриф-дамки, да. Это было так убого, все эти тональности. Ты должен знать, какой правильно... У них есть 4 тональности, и если ты как-то неправильно в тональности сказал, ты неправильное значение слова придал. Это такой дебилизм. Типа, людям реально было скучно жить, и они придумали овер дофига всяких нюансов. Ну, типа, это надо задрачивать, было всегда произношение жестко, типа, это реально такой трешак был. Хотел сталкер поиграть. Я, наверное, никогда не забачусь. Так, автомат для восстановления здоровья. Ок. Блин, я могла не тратить онигири. Что за подстава? Я в жизни так не ошибалась. Скорее всего, дальше людей альянсовыми больше будет еще больше. Когда нас заметят, возвращаться будет поздно. Ты готов? Да. А, пошли. Ну, тут немного другое, типа... Что вы тут делаете? Ну, типа... В тональности есть тональность. Вот, например, мама. Она, типа, первая на тональности, типа, ма... А есть ма... И это, блин, конопля уже, извините. Душу. Вайфу это жена по-японски, это от заимственное слово из английского вайф. И они типа сделали вайфу. У них много заимственных английских слов, потому что они тесно контактировали с Америкой в 20 веке. Что там, блин, дохрена таких примеров, блин, когда можно сказать что-то не то. Ну, только это типа у них выражение, у анимешников есть такое. Типа, найти себе вайфу, это там... Я не знаю, как объяснить. Да, типа, жена, у них есть там всякие вот эти вот мемы на эту тему. Обычно анимешники находят себе вайфу, типа, из аниме. Типа, вот, идеал женщины, типа, из анимешной какой-нибудь 2D перс. Единственное, 3D вайфу. Ну, я раньше много смотрела, мне сейчас из-за работы тупо времени не хватает. Я положительно отношусь, я тупо на этом выросла. Может быть, отчасти из-за этого и начала и увлекаться и Японией, и всем этим, и потом... Что знает, тут нет никаких китайского ресторана, куда он делся? Так, хорош болтать, тащи свой зад. У меня уже горло устало болтать, если честно. Сегодня весь день на работе, во-первых, болтала. А, суки, вы еще кто такие? Ну,
Да, слава богу, выходной, господи. Целых два, ребят, целых два выходных. Я просто как... Как олигарх. Какой таймер? Подмосковье. Все про мимо про ХПГ, что ли, Гриша? Ты уже ХПГ, что ли, смотришь? Касуга, сюда. Не, не сюда. Дим, придется прыгать. Житомир ближе к Китаю, да? Ля какой. Ля какой. По школу спида на Житоме. Какого? Ну, типа, не знаю, сейчас очень часто как-то расширяется вот эта география. Прикол в том, что сейчас какие-то китайские компании, типа, в Подмосковье, вот ко мне приходили чуваки из Китая, они работают в какой-то подмосковной организации, что-то Greenway, вроде, что так называлось. Сейчас они, блин, везде, если честно. Я удивилась, когда в нашем селе, блин, афроамериканца в первый раз увидела. Я думаю, типа, чё? Ты чё тут забыл, чел? Тут же глух, просто глушь. Это правда. Это правда, Шмель. Нет, вроде не давали. Ты чё, я якудза, я на кулаках только дерусь. Настоящий якудза дерутся только на кулаках. Ты в порядке? О, он... Типа, я, видите, перевожу по-другому. Дай же УК, это типа, ты в порядке? А тут написано ты как, видите? А? Да кому нужно это оружие и прокачка, это правда. Нормально, теперь надо спуститься вниз. Встреча проходит там. Полиглот на стримере. Говорит полиция Камура. Эй, вы на крыше. Не двигаться. Эй, послушайте меня, есть полиция Канагава. Да не за что, я всегда рада пообщаться. Ты тоже заходи почаще. Сейчас, правда, будет перерыв из-за сессии, но... В любом случае, я по максимуму стараюсь по возможности стримы подрубать. С чатом я люблю общаться. Придется, не выбирать. Про какую китаянку? Блин, мне тут недавно как раз женщина на работе показывала видос из ТикТока. И, типа там в видосе китаянка, ее спрашивают, а как будет по-китайски девушка? И она такая, хуйня. А я-то знаю, типа, она может... Вот реально, вот этот диалект, грёбаный диалект, звучит как хуйня, а правильно, реально, по-китайски девушка, это гунян. Гунян, это девушка. А она сказала, хуйня, реально. Вот просто. Вот вам китайский диалект. Это у них по диалекту то же самое. Просто разные диалекты. И гунян, их, видимо... Ну, гунян это девушка, а хуйня это, видимо, они так говорят. Да, не очень хорошо, согласна. Такая себе. Девушка хуйня, да. Так и есть. И это еще кто? У них еще, кстати, есть такое выражение. Кстати, о девушках. Есть такое выражение.
Сянхуа. Сянхуа. Дословно переводится типа как букет цветов, но при в некоторых значениях имеет значение как проститутки. Типа, букет цветов — это вот проститутка. Надо иероглиф понимать, чтобы понять, что ты имеешь в виду. С почином, чат, с почином. Но Death Run уже не выйдет. Мулан, конечно, смотрела. Блин, тут за деньги повторять бой надо. New — это вообще, типа, есть такое значение, как, ну, тоже женское все. Ну да, надо смотреть на иероглиф, потому что от иероглифа тоже так не поймешь. Честно, ну я говорю, я в мате не сильна, это надо видеть иероглиф. А, ребят, есть слово, которое я знаю, ребят. Вот хамаде, ребят, вот хамаде. Это любимая фраза всех дотеров. Я мамку, так сказать, в кино водил. Вот хамаде. Да. Ну, типа, я твою маму, маде, так сказать. Хороший маде и конкурс интересный, да? Все, мы смогли, чат. Вот хамаде. Вот хамаде. Блин, надо выпить что-нибудь. Блин, и сейчас появится автомат сраный, скринтируйте. Капитан Савасиро. А, Ичи. Сколько лет, сколько зим? Короче, сколько давно не виделись, это Хао Дио Буден. Если что, по-китайски. Только не надо делать вид, что у вас это не волнует. Смотрите, какой ты стал циник. Чего ж ты не позвонил? Мы прислали за тобой машину. С теми, кто носит эмблему Оми, я никуда не поехал. Где вы были, когда патриарх предавал клан? Предавал? Спустись на землю. Он поступил так, как того требовали обстоятельства. Кайф. Кроме того, Ичи, даже если бы клан Тодзи еще существовал, никто бы за тобой не приехал. Ты ведь это понимаешь. Тебя же изгнали. Или ты забыл? Мне не нужно было, чтобы за мной приезжали. И нет, я все прекрасно помню. Нет, киберпанк, ну, типа багов много. Тогда чего ж тебе надо? С деньгами пришел. А дайте-ка повежливый. Или забыли, что вместо вас 18 лет жрал за тюремную... Кто жрал вместо вас тюремную балладу? О нет, не забыл. Но ты явно не в курсе, что здесь происходит. Это мероприятие очень важно для босса. Не хватало, чтобы какой-то болван все соврал. У меня голос устал уже, я весь день говорю. Так что тебе решать. Или вали отсюда по-хорошему, или сдохни здесь. Я войду в эту комнату и увижу босса. Нани, это что?
Вот смотрю на твою тупую рожу и думаю, что всегда хотел тебя прикончить. Прикольно, всегда думала о том же каждый раз, когда вы меня били. Ну что ж, мы оба ждали 18 долгих лет. Самое время воплотить мечту в жизнь. Только не скулите, когда проиграете, капитан. Готов, Ичи? Ля, это какой-то легендарный бой, походу, еще будет. Может, его убедить и нигири ему дать? Ля, он потный. Ля, сука, ля. Пошел замес. Легендарный японский замес. О май ва. Вообще не верю. Наконец-то ты явился. Я так долго ждал этого момента. Ой, мне не нравится это. Я до сих пор не научилась отражать атаки. Думаете, если боссу дать анигири, это поможет? Типа, заберем все свои... Бля, презрение. Какая-то странная штука, что это было. У него типа плюс урон. Анигири. Блюдо такое японское. Типа рисового шарика. Ой, сука. Ладно, я думаю, что будет страшнее. Типа рисового шарика с начинкой. Обычно это тунец. И завернуто в лапшу нори. В лапшу после водоросли. Я совсем устала. Лапша нори. Нет, почему? Очень вкусно. Анигири люблю, анигири ценю. Оба. Получил. О, 5000 йен! И новый ранг! Вот это красиво! Не, ну вкусно. Ты точно этого хочешь? Нет, не хочу расходить. Если ты откроешь эту дверь, пути назад не будет. Ити, ты готов к последствиям? Yes, I am. 18 лет. 18 лет я ждал возможности открыть эту дверь. Я не хочу больше ждать. И что тут? О, привет. О, привет. Босс. What the hell? Кто это? Прошу прощения за заминку. Похоже, ко мне пришли. Значит, ты все-таки пришел. Я ждал тебя. Ну, конечно. Ты всегда был мне верен. А я на тебя хрен положил. Босс, просто ответьте мне. Зачем вы это сделали? Не подходи. Он сейчас при всех расскажет, конечно же. Блин, нет бы выйти, поговорить наедине. Нет, он будет при всех сейчас рассказывать cool stories. У нас проблемы? Нет, все в порядке. Беспокоиться не о чем. Босс! Я знал, что так все и случится. Еда отстает. Что, блин? Ты норм вообще?
Эй, крыса! Мне жаль, Ичи. Тебе придется умереть ради меня. Лёсук, достань. Всё, главу. Получено достижение на дне. Я уже давным-давно получила достижение, алло. Глава 3. Город на дне. А, ух ты, сняли. Тут зашил нас. Кто нас зашил и выкинул в мусорный бак? Где логика, алло? Странный дракон, кстати, не набит на спине. Только это Япония. Сейчас, ребят, катсцены пройдут, а будем на сегодня заканчивать, потому что у меня уже голос немножко сип, я сегодня задолбался болтать. Что, проснулся? Хидео! Повезло тебе, что сегодня не среда. Кодзима даже здесь. А то по средам тут мусор вывозят. Рана серьезная, но раз на ногах стоишь, значит выживешь. Топай домой. Шо? Ну, к маме, жене и деткам. Тебя кто-то ждет? Мне проблем не нужны. И, кстати, швы сами... сам как-нибудь снимешь. Блин, а как он вообще это делал в условиях антисанитарии? Он же коня двинул, неужто не помер? Не, живёхенький. Серьезно? Чтоб его. Значит, и я проспорил. Потом тогда с тобой расплачусь. Договорились. Как ты ему леской рану зашил? Это жесть. Вот что значит бывший медбрат. Просто мужик хотел выжить. Это всегда главное. Ну вот оно тебе надо было. Столько денег из-за тебя проспорил. Не мог взять и помереть спокойно. А? Ну, разошелся. Может, хоть долг за меня выплатишь? Так, все, отвали. У меня сегодня неплохой лов. Хочешь одну? Ого! Поделиться решил? Ну, типа, у меня бензин кончился. Принесешь мне канистру, получишь рыбину. Серьезно? Ну хорошо, бензина я найду, только рыбку мне оставь. Слушай. А, чути. Ну... С чего бы начать? Во-первых, где это мы? Это Идзинтё. Идзинтё? Идзинтё. Исидзаки Идзинтё. Ты в Йокогаме. Знаешь, где это? Блин, может быть, тут тянки есть? Подождите, еще рано отрубать, значит. В Йокогаме? Что я здесь делаю? Еще бы я знал. Я тебя 3 дня назад нашел. Тут такая суматоха поднялась. Тебя среди ночи притащили, весь был в крови. Сказали, что мусоры нашли. Я же что-то помер, а потом гляжу, нет, еще не совсем. Конечно, не хватает. Тут особый контент. И ты меня подлатал? Ну, вроде того, но профессиональной помощи это, конечно, не назовешь. Ты просто крепкий орешек, и к тому же везунчик, вот и выжил.
Пуля не задела сердце и артерии. На вылет вошла и вышла. Чуть-чуть бы в сторону, и тебе конец. Охренеть. Спасибо. Ты мне жизнь спас. А я не альтруист. Если бы ты умер, проблемы были бы уже у нас. Это какие? Убийства это копы, а копы это вопросы. Сечешь? Ну да. А потом приходят журналисты с камерами, микрофон в рыло тычут. Ну да. Ты совсем тупой. Мозги включи. Нас тут вообще быть не должно. Мы тут, знаешь, и на нелегальной основе. Вот как. Сюда просто так ходить не приходит. Ой. Мы подаем в новости хана. Для здешних это вопрос жизни и смерти. Дошло теперь? Да, дошло. Вот и славно. Ты можешь идти домой. Домой. Мне жаль, Ичи. Вообще-то у меня нет дома. А? Слушай, обещаю сидеть тихо и не высовываться. Может, дашь мне тут немножко передохнуть? Ну уж нет. Ну, пожалуйста, я тебе даже чем помогу. Поможешь? Думаешь, у нас тут большая дружная семья? Мы тунеядцы. Живем за счет подачек. Наши ребята сидят и ждут, когда из магазина выбросят что-нибудь съедобное. Это стримеры японские. Нам лишние рты не нужны, и конкуренты тоже. Так что вали давай. Понял. Типикал стримеры. Чтоб тебе. Донатов ждут, да, так же. Ты совсем ослаб, и рана еще не затянулась. Ясен пень почему-то упал. Видно, пока тебе надо остаться тут. Спасибо, хоть и ругаешься, но мужик-то добрый. Помнишь, что я сказала о трупах и копах? В этом все дело. Помни, конечно, и все равно твой должник. Ну так что? С чего начнем? Ты это о чем? Я с тобой нянчиться не собираюсь. Раз уж ты тут живешь, живи по правилам. Да не вопрос. Как тебя зовут? Ичибан. Ичибан Касуга. Что, не хочешь настоящее имя свидеть? Ну ладно, у нас тут каждый второй такой. Только фантазия у тебя так себе. Мумба и поинтереснее, что придумать. Меня правда так зовут. А? Серьезно? Ну ладно тогда. Ичибан, значит. А, тебя как зовут? Хидео. Нанба. Нанба. Правда? А сам ты как думаешь? Да мне-то что? Вот и славно. На имена-то всем плевать. Кстати, у тебя деньги есть? Или совсем пусто? Пустей некогда. Ну ладно, тогда тебе придется зарабатывать. Я покажу как. Садись за комп, значит. Открывай Twitch. И работай. То есть я должен за тебя зарабатывать? Что осталось? Хотя это не от меня зависит, надо, чтобы шеф разрешил. Вот, получите, распишитесь. О, спасибо, видите, вот так работает. Ичибан просто не знает, как это работает. Спасибо большое, Шмуль, за поддержку. Спасибо огромное. Работает, видите, я вот так же сижу. В палатке, значит. Не знаю, как с интернетом. Также вот в таком притоне сижу и жду. Спасибо большое. Шеф, это такой важный старик, следит, чтобы все было тихо. Если он не будет против, сможешь здесь пожить и подлечиться.
А чтобы его задобрить, надо поднять зад и пойти поднять денег. Дань ему заплатить, что ли? Ну, не совсем. Шеф на хлебников не любит. Вруны и лентяи здесь не задерживаются. Глава стримеров, понятно. Если хочешь остаться, трудись и зарабатывай. Тогда он разрешит, понял? Понял. А как зарабатывать-то? Я тебе покажу. Хорошо, что еще не стемнело. Блин, можно, пожалуйста, уже все это? Я хочу... лечь в кроватку, уснуть. Ну что, приступим? К чему? Я же сказала тебе, что научу. Смотри внимательно. Показываю. Было что-то. И вот как это называется заработком? Отстой. А, они типа монетки ищут, которые развалились. Мы выживаем как можем, приятель. Если ты такой гордый, ничего тебе не получится. Это же... монета в 500 йен! Ого! Серьезно? Ух ты, сегодня мой день! Это тупо... лол. Понимаю. Это еще что? Да, аж вот надеюсь на удачу. Ну все, теперь ты. Проверь под всеми остальными автоматами. И про мусорные баки не забывай. Там иногда выкидывают то, что можно продать. Понял. А в лагерь я в лагерь пойду. Как закончишь, возвращайся. Смотри, далеко не забредая. Народ тут не особо дружелюбный. Удачи, в общем, салага. Так, ну все, ребят, все. На сегодня будем на этом офте. Да, я поняла, надо искать монеты. Будем искать монеты завтра в бомжатнике. Завтра с вами поиграем. Завтра пораньше стрим будет, я думаю, наверное, где-то в часа в два. Может быть, даже в час. У меня завтра выходной, я проснусь, немножко приберусь. Да, тут прикольная игра, мне в целом нравится. Вот, посмотрим, что дальше будет. Спасибо большое всем, кто смотрел. Спасибо за фоллоу. Да, вебку-то по-любому не забуду. Я завтра хоть отдохнувшей буду. Буду лучше выглядеть. Вот. Спасибо большое, что смотрели. Спасибо тебе за фоллоу. Спасибо Шмелю за донат. Вите за поддержку тоже огромнейшее спасибо. Вебку не обязательно. Хорошо, мол. Спасибо за стрим. Спасибо вам, ребят, что смотрели. Было очень приятно вас всех видеть. Спасибо, что не забываете про меня, что приходите. Всем хорошего вечера. Увидимся с вами завтра. Всем пока-пока. Спасибо большое, что смотрели. Thank you.